обстановка в Донецкой Народной Республике становится критичной. Количество обстрелов за минувшие сутки увеличилось. Украинские силовики 830 раз обстреляют территорию республики. Применение артиллерии возрастает день ото дня. Противник выпустил по территории республики 30 снарядов калибром 152 мм, 75 снарядов калибром 122 мм. Также обстреливал при помощи минометов калибром 120 мм, 330 мин, 150 мин калибра 82 мм, 120 выстрелов из гранатометов. Кроме того, обстрел велся из танка, БМП и стрелкового оружия. Каратели открывали огонь последующим населенным пунктам республики. Азаряновка, Зайцево, Ясиновато, Спартак, Старомихайловка, Докучаевск, Заичинка, Коминтерново, Ленинская, Саханка, Петровский район и аэропорт города Донецка. В результате обстрелов получили ранения различной степени тяжести трое мирных жителей. Повреждено 11 домостроений в Докучаевске и Петровском районе города Донецка. Преступные приказы на обстрел территории республики отдавали командиры бригад Зубанич, Рябоконь, Водолазский, Горбатюк, Делетицкий, Войлаков и Заболок. Все данные о нарушении минской договоренности были переданы представителям ВСК миссии УПСИ. Наша разведка продолжает фиксировать концентрацию запрещенного вооружения и личного состава до линии боевого соприкосновения. Так, в районе населенных пунктов. Бердянская, 5,5 км до линии соприкосновения. Выявлено местонахождение двух танков. Чермалык, 2,5 км. Отмечено прибытие трех 122-мм гаубиц Д-30, двух танков, трех БМП, а также семи автомобилей с личным составом боеприпасов. После анализа ситуации на Мариупольском направлении мы пришли к выводу, что обострение ситуации на данном направлении обусловлено работой групп сил специальных операций Украины, действия которых уже отмечались ранее на Донецком направлении. Так установлено нахождение таких групп в районе населенного пункта Володарская. В состав групп входят иностранные наемные специалисты по диверсиям и провокациям. Предположительно, задачей групп является дестабилизация и обострение обстановки до линии соприкосновения. Подготовка провокаций в отношении действующей правительства Донецкой Народной Республики с привлечением мирных жителей и средств массовой информации. Нам удалось установить факты целенаправленного нарушения минской договоренности украинским командованием. Так установлено, что военнослужащим 2-го батальона 30-й бригады Украины приказано в ночное время простреливать лесополосадки, прилегающие к линии соприкосновения территории Донецкой Народной Республики с целью дестабилизации обстановки. Таким образом, Украина не прекращает проведение диверсий на территории республики и продолжает нарушение Минских соглашений. Хочу заверить всех, что подразделения республики способны противостоять любой агрессии и не снижают своей бдительности ни на секунду в связи с непрекращающимися обстрелами и провокациями. Слушаю вопросы. Это в районе населенного пункта Логинова. Это зона ответственности 2-го корпуса Луганской народной милиции. На данный момент известно о том, что они вглубь вклинились в территорию до 4 километров с применением бронированных машин, БМП и танков. Бой на данный момент продолжается. Они уже заняли какие-то? Я же сказал, вклинились на глубину до 4 километров. Если бой продолжается, это говорит о том, что они пытаются закрепиться, но пока им это не удается. Еще вопрос. Если есть, если нет, то закончим. Большое спасибо, до свидания.